У нас прям снежок-снежок. Почистила возле парикмахерской. У меня сегодня был очень хороший день. Хорошо заработала и купила себе подарок. Такие вот конфеты ручной работы. Армянские. И купила бутылку Бейлис. Бейлис. Еще дали какую-то настойку за 100 рублей. Бруснику или... Я не помню, по-моему, брусника. Но она говорит, вот вдруг гости кто придет, нальете с конфетками. Я говорю, я настойки не пью. Я вон Бейлис на 2 пальчика налила, выпила и хорошо. Зря, хорошая. Ну ладно, взяла, 99 рублей. Теперь, значит, так, пойду там, где мне удобнее. Так что сегодня у меня праздник. Бейлис мой любимый. Я его ничем не разбавляю. Я просто наливаю маленький стаканчик и с конфеткой. Ну, что за конфеты, я не знаю. Какие-то армянские, ручной работы. Вкусные, наверное, натуральные. Сегодня будем дегустировать. Сегодня пятница, развратница. Все гуляют. В красном-белом столько людей. О, так что сегодня можно. Детишки радуются снегу. Нападал так, прям закрыл грязь. Классненько. Скрипит. У нас детский сад рядом. Ведут детишек из садика. Но если будет так сыпать, он хорошо насыпет. Надо будет завтра мне первым делом. Я лопату оставила прямо между дверьми. И буду первым делом чистить. Ну, это лучше, чем грязь. Пусть немножко снежок. Все-таки февраль. А февраль это значит вьюга, метель, снегопады. Вот такие дела. Сейчас у нас по плану с Басенькой гулять. Ну, а потом... Как мне парень сказал, приятного вечера. Говорю, спасибо. Будем пробовать армянские конфеты. Я сегодня делала сложное окрашивание. И еще мне уже отдали за пряжу, за эту ушанку. Серую я вяжу, вторую. Голубую я связала мятную. А девушка мне как-то заказывала, но она говорит, я не хочу пушистую. Я не могла подобрать пряжу. Вот. Теперь я ее подобрала. И вот из этой альпаки, ализе, буду вязать. Она мне говорит, мне. Она сегодня, кстати, пришла и говорит, ну ты меня подловила. Я говорю, чем? Шапкой. Она болела и давно не стриглась. А тут я ей посылаю, что я такую ушанку связала. И она мне говорит, так, серую мне. И говорит, запиши меня на стрижку. И вот сегодня такой удачный день. Васькой разобрались. Теперь будем смотреть, что тут. Так я и не прочитала, кто изготовитель. Ладно, потом найду, прочитаю. А здесь сказали, что Армения. Так. Несколько раз, 2, 3, 4, 7 вкусов конфет. Ручной работы. Вот такая вот коробка. Здесь что? А здесь, наверное, о каждом вкусе. Я так понимаю. Угу. Ух ты, еще не откроешь сразу. Баксик, нельзя.